11 марта в зале районной администрации прошла очередная сессия Совета муниципального образования «Северский район». В ней приняли участие глава района Адам Джарим, его заместители, прокурор района Денис Жуков, главы поселений и депутаты. Присутствующие заслушали отчет о работе отдела МВД России по Северскому району за 2020 год. По итогам года оперативно-служебная деятельность сотрудников отдела признана положительной и по сумме баллов занимает третье место в ранжире по Краснодарскому краю. Было зарегистрировано 852 преступления. По сравнению с 2019 годом на 114 преступлений меньше. Расследование направлено в суд 613 минус 98 уголовных дел. Остаток нераскрытых составляет 227 минус 51 преступление. Общий процент раскрываемости составляет 72,98 при общекраевом 47%. Депутаты рассмотрели вопросы о признании аварийным здания мастерских Черноморской школы номер 21 и о включении в план приватизации комплекса зданий бывшей архитектуры, одного автобуса и трех легковых автомобилей, что позволит сократить расходную часть и оптимизировать использование муниципального имущества. Администрация муниципального образования «Северский район» предлагает включить указанное имущество в план приватизации на 2021 год и осуществить его продажу, что позволит пополнить доходную часть районного бюджета муниципального образования «Северский район» и оптимизировать использование муниципального имущества. Также с докладом о деятельности контрольно-счетной палаты в 2020 году выступил Сергей Федин. Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Северский район» в 2020 году было осуществлено 99 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том числе контрольных мероприятий в количестве 25 и экспертно-аналитических мероприятий в количестве 74. Объем проверенных средств по результатам контрольных мероприятий с учетом внешней проверки отчета об исполнении бюджета и бюджетной бухгалтерской отчетности составил 1 миллиард 802 миллиона рублей. Депутаты утвердили перечень свободных земельных участков для предоставления семьям, имеющих трех и более детей, в собственность бесплатно и о досрочном прекращении полномочий одного из депутатов. Всего на повестке дня рассмотрели более 10 вопросов.